Готовое слоеное тесто и печень. Вкусное и сытное блюдо готово. Я предлагаю приготовить слойки. Легкие, нежные, простые. Будет очень вкусно, обещаю. Печень подойдет любая. Куриная, индюшиная, свиная, говяжья. Рекомендую использовать именно птичью печень, ведь в ней нет жил и ее не нужно вымачивать, чтобы избавиться от неприятного запаха. Подавайте такие слойки теплыми, можно со сметанным или томатным соусом. Список ингредиентов в конце видео. Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты. Слоеное тесто 0,5 кг. Картошка 2-3 штук. Луковица 1 штука. Печень 300-400 грамм. Соль, перец по вкусу. Количество порций 4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Пока-пока.